Франциск Скорина, яким мы его не ведаем, у Могилевским областным драматичным театре 11 и 12 листопада отбудется премьера спектакля «Скорина». По словах актеров, это не просто открытие Скорины на ново, а заглубление в итоге белорусского характера, белорусской идентичности. Особо перша друкара про призму постановки той духовный ориентир, на який можно опираться у сучасном неспокойном свете, лишить головный режиссер Могилевского областного драматичного театра Саулюс Варнас. Дарыши премьера выходит на переда дне 500-годзя першей друкованной книги на белорусской мове. У 1517 годе Скорина выдае псалтыр, и гэтым пачынае гісторыю кніга друкавання ўсіх усходніх славян. Он взял и подарил своему народу, так как он перевел на белорусский язык, не на литовский, на русский или на какой-то другой, да? Он перевел на этот язык. Это сын этого народа, это сын представляет это как бы национальный герой. Никто это не спорит, но этот герой принадлежит всем нам, этому миру, этому времени.